Хочу высказать свое негодование в связи с беспределом, творящимся у нас в стране. Вы знаете, что 5 молодых парней получили реальные сроки заключения за участие в несанкционированном митинге за честные выборы. И один из них, Павел Устинов, молодой начинающий актер, мой коллега, который, как видно на видео его задержания, стоял в стороне, никого не трогал, ничего не выкрикивал, как утверждает обвинение. И наша доблестная Росгвардия повалила его на асфальт, стала избивать дубинками. Это отвратительно, кошмарно, обидно. В общем, ребят, я призываю вас не стоять в стороне, высказываться по поводу этого бреда, который творит наша власть и наша судебная система.